Семья – основа современного общества. Семья является опорой и поддержкой для каждого человека. А крепкая и счастливая семья – это основа успешного развития и процветания нашего общества. Этой концепции придерживается руководство и коллектив отдела полиции Бурлинского района. Ко дню семьи представители личного состава вместе с детьми и супругами вышли на спортивную тропу. В сегодняшнем спортивном мероприятии мы принимаем участие всей семьей. У детей замечательное настроение. Поздравляю всех семей и желаю здоровья, благополучия. Огромная благодарность руководству отдела полиции Бурлинского района за то, что уделяется большое внимание нашим детям, и они могут принимать участие в различных мероприятиях. Напомним, Международный день семьи отмечается с 1993 года с целью подчеркнуть актуальность данного вопроса и важность семьи в обществе. Участвует 4 семьи. 3 из них – семьи участковых инспекторов полиции и 1 семья сотрудника дорожной полиции. Веселые старты проходят замечательно. Это говорит о хороших отношениях сотрудников полиции, взаимоуважении среди личного состава. Такие мероприятия по возможности мы стараемся проводить чаще. Только в этом году мы провели 3 различных онлайн-конкурса. Победители и активные участники конкурсов получают подарки и грамоты от имени начальника департамента полиции Западно-Казахстанской области. Стоит отметить, что в отделе полиции сейчас практикуют открытость обществу и взаимосвязь с сотрудниками. К слову, в Казахстане День семьи отмечается во второе воскресенье сентября. Майя Амирова, Утепирген Карасай, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак».